В Twisted Metal 4 танк Миньона немного видоизменяется и больше напоминает какую-то окровавленную махину. Его специальное оружие запускает две самонаводящиеся ракеты и замораживающую ракету, которая тем самым наносит большой урон. Если каким-то образом замораживающая ракета не попадет в цель, то она подожжет врага. К сожалению, в этой части не завезли концовку с данным персонажем, но если, играя за Миньона, вы все-таки дойдете до финала, то спешу вас огорчить, концовка будет такой же, как и у кастомных машинка, то есть маленький помощник сладкоежки просто исполнит ваше желание. Но какое желание, это уже вы сами должны придумать, потому что сразу после этого катсцена заканчивается. Скорее всего, авторы игры хотели показать, что мы и есть как бы этот демон, так как мы можем управлять каждым персонажем против их воли.